Самый масштабный розыгрыш трех ножей и одной пары перчаток для тебя. А именно, охотничий нож черный глянец, нож выживания африканская сетка, паракорд нож африканская сетка, обводки рук пустынный шаман. Условия очень простые и ждут тебя в описании. 24 289 рублей это мы подняли на сайте GGDrop всего лишь с 500 рублей. Посмотрите предыдущие ролики, они невероятно интересные. И прямо сейчас я вместе с тобой буду пробовать смотреть, насколько далеко можно зайти, имея настолько маленький баланс. Поэтому попрошу тебя, пожалуйста, прямо сейчас поставить свой царский лайкосик, потому что я не знаю, куда мы сегодня зайдем, но это будет очень интересно. В конечном итоге, я думаю, что мы должны подслить. Но как показывает практика, когда ты открываешь кейсы на ЖЖ, они могут очень резко окупить. Поэтому, пожалуйста, лайкосик и не забывай, что если когда-нибудь ты зайдешь на ЖЖ и будешь открывать все эти кейсы, ты можешь воспользоваться лучшим промокодом при пополнении PRDTRKS. Самый рабочий и самый окупаемый промокод, который только здесь есть. Любая сумма, которую ты вынес закинул, умножается ровно на 11%. Например, ты закинул 1000 рублей, получил 1110. Но когда ты закидываешь от 10 тысяч, ты получаешь 1100 совершенно бесплатно. По факту, любая сумма, которую ты бы не закинул, умножается ровно на 11%. Поэтому обязательно используй промокод. Также вводи его барабан бонусов вот сюда, прокручивай бесплатно один раз и пробуй окупиться. Ну а мы... Фух, полетели. Так, Crazy Keys. Давайте начнем, наверное, с самокатчика. Ровно на один разочек, потом на 5 и потом самый дорогой кейс. Сегодня, ну, как ни странно, мы не будем проверять самые дешевые кейсы. 900 рублей плюс Gold Rush, по-моему, кайф. Мы проверим дорогие, прям дорогие. Вот типа такие, знаешь, прям 10 тысяч рублей. Хотя вот знаешь... Бро, а ты не забыл лайк поставить? Пожалуйста, поддержи этот ролик, я очень старался. Ведь для тебя это всего лишь одна кнопка. Спасибо тебе огромное. Пока у меня двадцатка, есть ощущение, что лучше попробовать проверить какой-нибудь такой кейс. VIP Colors, как будто бы красный, на... Ну, пусть будет на 4 раза, нормально. Почему нет? Скины здесь падают более чем достойные. Ну... Посмотри сам, это невероятно крутые скины. И каждый из них может меня купить. Но, блин, конечно, маловато денег для проверки таких кейсов. То есть, объективно, сейчас по одному открытию, ну, мы не можем судить. Вот мне выпало 21, по сути 22. По сути, мы в окупе. Ну, либо в нуле. Но мы не можем судить о эффективности этого кейса. Давай попробуем открыть еще раз. Но, блин, вот сейчас вот он может меня купить, это будет... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что? Так, подожди. 35 тысяч рублей. Честно? Я бы сейчас просто взял и вывел. Мы сейчас плюс 16 тысяч рублей с кейса сделали. Нет. Конечно, я любил красный кейс, но не настолько. Из всей этой коллекции уважал только желтый и синий, потому что красный сливал меня, ну, как правило, чаще всего. Давай еще раз. Последний раз. Блин, вот как бы сейчас самое главное не было вот это последнее самым роковым. 3 900 плохо. 10 тысяч отлично. 4 плохо. Ой-ой, 7 и 10. 10. Вот, если бы это было бы 10, это было бы феноменально. Нет, так тоже хорошо. Плюс 5 тысяч рублей, это замечательно. 40 тысяч на балансе. У нас VIP Colors только начало. У нас уже 40. 5 желтых? Фух. Вот сейчас я честно говорю, что вот это одни из самых лучших кейсов, которые только здесь есть. Желтый и синяя коллекция, она меня окупала больше, чем красное, зеленое и белое. Но вот сейчас вот такое ощущение, что я открою и просто солью. Пожалуйста. Просто возьми и просто окупи меня. Желтый. ФАМАС. Золотая спираль. 6-400-4-5. Ну, тут такое, ну вот ты прикинь. Вот она должна была окупить. Слила на 10. Больше открывать не будем. Пойдем вот сюда. В синюю будем открывать ее. Блин, 3 синих это мало, 4 не можем. Конечно, хочется безумно открыть, хочется получить все это, но не знаю. Давай попробуем. 23 тысячи за 3 открытия, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой, слушай, с одной стороны нормально, вот прям нормально, 8 тысяч, снежный вихрь, он мог стоить вообще 2 тысячи рублей, но мне кажется, все равно что-то не то. Давай попробуем еще раз, 28 тысяч, пожалуйста, GG, просто возьми и окупи меня. Император, 11, 7 300, ну, уже лучше, это 100% лучше, чем было, потому что мы в окупе можем открыть на 4 раза, нет, не можем. Да елки-палки, не хватает, блядь, 31, 100, 30 тысяч, у меня не хватает 120 рублей, чтобы открыть на 4 раза. А вот может быть этот четвертый был бы самый решающий, я не знаю. Ну, давай пробовать, в любом случае надо, подожди. У меня баланс, сейчас был 30-ка, он не уходил, я такой думаю, что?
15 тысяч рублей, понятно. Тогда давай сделаем проще. Попробуем зеленый. Может быть, зеленый сегодня будет окупать намного интереснее. Может быть, хотя бы он нас окупит. Изумруд. И... 8 тысяч. Печально. Вот на самом деле печально, но в любом случае не сдаемся. Заходим в ЧБ. Даже если сегодня будет минус, я продолжу с этим балансом и в любом случае буду дальше открывать. У нас этот баланс 500 рублей. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайкосик, поддержите мой ролик. Давайте сделаем прям уникальный контент. Черный глянец. Стоп. Прямо с завода. А, пожалуйста. Нормально. 8 тысяч. Давайте так. Обязательно лайкосик. Если будешь играть, используй промокод PRDTRKS. Самый рабочий и самый окупаемый промокод. До завтра.